вами обратилась с просьбой закупки продолжить и сделать упор на, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Значит, я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, это же хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, но должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это. Конечно, импорт тоже нужен. Понятно, мы не можем, мы не должны от импорта в целом отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть, если уж мы сами потребляем их, они должны быть ориентированы на отечественного производителя.